Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Все для женщин», с вами Хелен. Сегодня я предлагаю вам свой очередной рецепт засолки огурцов на зиму. Сегодня мы с вами будем готовить огурцы с кетчупом, с острым кетчупом на зиму. Обязательно попробуйте хотя бы немножко закрутить таких огурчиков, и на следующий год вы поймете, что вы не прогадали. Огурцы получаются очень вкусные, рассол выпивается до последней капли. Но также огурцы сами съедаются очень быстро. Так что приступаем к приготовлению. Повторяйте за мной, у вас все получится. Для приготовления этого рецепта нам с вами нужны огурчики свежие. Огурцы можно брать любые, даже если у вас имеются крупные огурцы. Вы также их можете использовать в этом рецепте. Далее, листья смородины, зонтики укропа и чеснок. Для рассола мы с вами берем соль, сахар, 9% уксус, а также острый кетчуп. Я беру кетчуп «Моя семья». Мне он нравится, я постоянно его использую. Он без всяких там ГМО. Так что, мои хорошие, приступаем к приготовлению. Повторяйте за мной, у вас все получится. Желаю вам приятных, как говорится, засолок, вкусных вам засолок. И чтобы ваша семья всю зиму радовалась вашим, как говорится, заготовочкам, не упускайте рецепты, которые я буду выкладывать на своем канале. А рецептов еще будет очень-очень много. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные и вкусные рецепты на зиму. Баночки с огурцами заливаем кипятком. Хочу вам сказать, что прежде чем заготавливать огурцы на зиму, любые огурцы, по любому рецепту, огурцы нужно сперва, конечно же, вымочить в холодной воде, чтобы ушла вся горечь. Только после этого нужно закрывать. Дорогие мои, огурцы заливаем до самых краев и закрываем крышечкой. Так поступаем с каждой баночкой. Огурцы у нас должны постоять в кипятке минут 15-20, после чего я продолжу. Итак, огурчики подостыли. Сейчас я их буду сливать в кастрюльку. Можете закрыть крышечкой специальной, но у меня огурцы так расположены, что они не выскочат из банки. Я буду сливать без всяких там подручных средств. В воду добавляем уксус, сахар, и 3 ложки соли без горки. И добавляем в рассол 8 столовых ложек кетчупа. Полученный рассол ставим на огонь и доводим до кипения. После чего этим рассолом мы будем заливать банки с огурцами. Готовым рассолом заливаем банки с огурцами. Заливаем до самых краев. Закрываем крышками и закатываем. Итак, дорогие мои, очень вкусные домашние огурчики, маринованные огурчики в томатном соусе готовы. Если вам понравился мой рецепт, ставим лайки, нажимаем на колокольчик, а также подписываемся на мой канал. Дорогие мои, в следующем видео вас ждет новый вкусный, интересный рецепт. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. С вами была ваша Хелен. Всем пока-пока. Всех люблю, обнимаю. Желаю вам приятных выходных. Пока-пока. Скоро вновь увидимся.